новый железный занавес. Не мы его создаем, а европейцы его создают. Хочу заверить всех, что на сегодняшний день ответ является абсолютно неприемлемым для любого потенциального агрессора. Потому что с момента обнаружения старта ракет, откуда бы это ни исходило, из любой точки Мирового океана, либо с какой бы то ни было территории, в ответ на встречном ударе в воздухе появляется такое количество, столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется. Причем сразу на нескольких направлениях. Много было противоречий. И Советский Союз очень часто... Вот две возможных причины для применения оружия, о котором вы сказали. Нужно ли нам это менять? А зачем? Все можно поменять. Я просто вот не вижу необходимости в этом. Ну, нет такой ситуации, при которой, ну, допустим, сегодня что-то угрожало бы российской государственности и существованию российского государства. Нет. Значит, думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России. Конечно, твердо, но достаточно быстро по лестнице эскалации. Я все понимаю. Мы внимательно смотрим и относимся, поверьте, с уважением к вашей точке зрения. Но вот я не вижу такой необходимости. Там менять нашу концепцию. И потенциальный противник знает обо всем, знает о наших возможностях. Наши оппоненты сегодня со стороны некоторых западных стран. Проведено последнее успешное испытание буревестника. Крылатая ракета глобальной дальности с ядерной установкой, двигательной ядерной установкой. Мы фактически закончили работу над Сарматом, над сверхтяжелой ракетой. Конечно. Цыган вообще никто не считал. Их за людей даже не считали. Я вот сейчас не готов сказать, нам нужно действительно или не нужно проводить испытания. Но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, повторю еще раз, когда они подписали, но не ратифицировали, а мы подписали и ратифицировали. В принципе, зеркально повести себя с теми же Соединенными Штатами можно. Но это вопрос депутатов Государственной Думы. Теоретически можно отозвать эту ратификацию. Достаточно. Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно. Дверь для совместного общения. Это же Европа от нас отгораживается. И создает такой...